Война в Сирии и Ираке, которую пытаются представить как священную, очерняют ислам и мусульман. Такое заявление сделал сегодня верховный муфти России Талгат Таджуддин в Уфе на международном научном форуме. Ученые, политики, представители духовенства, руководители крупнейших вузов мира собрались вместе, чтобы обсудить идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве. Подробности конференции в материале Руслана Каримова. Это традиционное начало одной из самых необычных научно-практических конференций. Духовные лидеры различных конфессий, ученые, преподаватели, политики и студенты в очередной раз собрались в Уфимском конгресс-холле для обсуждения будущего всей планеты. Нужно готовить кадры, чтобы действительно нашу молодежь и верующих людей удержать от экстремизма, от проникновения радикальных течений. Это, несомненно, только возможно достичь укреплением мусульманского образования. Перспективы исламского образования в мире, духовно-нравственные ценности традиционного российского ислама, государственно-конфессиональные отношения, ислам и молодежь – это наиболее актуальные темы для разговора. Какие стандарты, какие программы, какие методики должны работать в современном исламском университете, чтобы подготовка священнослужителей соответствовала духу времени, и чтобы они были готовы отвечать тем вызовам, которые ставят перед ними и светское общество, и верующие люди. В столицу республики приехали более 150 гостей, в том числе из Марокко, Арабских Эмиратов, Египта, Малайзии, Ирака, Иордании, Туниса и Турции. И руководители иностранных вузов, и видные ученые, и даже муфти Стамбула, как один утверждает, Уфа постепенно становится одним из весьма влиятельных центров богословия в мире. Я очень рад сегодня присутствовать на вашей конференции. В нашем университете обучается более 40 тысяч студентов из 106 стран мира. У нас обучается очень много студентов из России. Мы приглашаем их от всего сердца. Мы желаем вашим университетам успеха. Я уже во второй раз в Уфе. Нынешняя конференция, в которой мы участвуем, открывает широкие перспективы для сотрудничества. Безусловно, у нас особое отношение ко всем мусульманам России. Программа конференции рассчитана на 2 дня. Итоги секционных обсуждений будут подведены на пленарном заседании. Они лягут в основу специального сборника, который затем, после перевода, разойдется десятками и сотнями экземпляров по учебным заведениям страны и мира. Руслан Каримов, Роберт Давлетбердин, Виктор Меренков, Башкирское спутниковое телевидение.